Здесь особо, наверное, комментировать даже нечего. Если первые 30 минут владели инициативой, думали, что малой кровью возьмем очки, незабитый пенальти, наверное, все развернул. Вот. А так, поздравляю соперника, соперник был быстрее, соперник был, хотел, наверное, больше победить. Вот. Была нарушена игровая дисциплина и вообще целостность игры. Как-то поменялось, хотели в перерыве сделать. Ну, сделали одну замену, усилить наше атакующее действие. Вот. К сожалению, удаление это все нам испортило. Это так, в целом. Все по делу, все по игре. Вообще нам вот этот выезд не удался, что-то нужно поменять в игре в первую очередь. Вот. Будем по приезду разбираться.